Здравствуйте, друзья. Ну вот и приехали мы на вереск. Вот так вот я выставил. Помощником подготовил дальше к следующие ульи, так скажем, и открыл пчелок. Пчелки облетываются. Погода сегодня, блин, хреновая. Когда ехали, такой дождь моросил. Пойдемте посмотрим, наверное. Не, давайте лучше поедем, посмотрим на вереск. Такая вот красота. Высоко сижу, далеко гляжу. Ну что, помощник, пойдем вереск смотреть, как он цветет. Козочки тут бегают, травку щиплет. О, вовсю цветет. Цветет. Ай. Вот так вот цветет. Уже распустился нижний. Открытый. Может, в этом году как-то рановато зацвел, обычно в начале августа. Ну, ничего страшного. Все равно соберут. Что-нибудь да соберут. Тут-то рядышком не особо много. А там за горой, на горе, ух, достаточно. Вот. В горах вереска просто тучи, да? Искать его внизу, то только один кустик найдешь. И то у соседей во дворе. Все, привезли мы пчел. Фу, первую партию, 11 ульев. Надо еще будет вторую пасеку обработать. По-быстренькому. Кто это? Овечки, да? Да, это овечки. Где-то тут козлик тоже бегал. Я видел парочку козочек. Ага, так овцы. Ветерок. Туман. Пчелки летают. Ну все. Ага. Ну так раннее утро, что ты хочешь. Сколько сейчас, наверное, часов? 7? Вот так вот. Ладно, на этом мы прощаемся. Прощаемся. Что нужно сделать? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и комментируйте обязательно. Ага. Все. Всем удачи. Всем пока. Пока. Пока-пока.